Это очень бомбово было, все короче. Все стараются собирать на урон. Да. Как ты сатаник собираешь на пятерке? Да. Да. Эй, 400 пинг, Леня, чё за рейтинг? Там было. Жалеть, 400, почему 400? А вы куда-то в Азии попали, конечно. Там просто по ситуации, мы когда изи выигрываем, так можно. Да-да-да. Понял? Эй, Фара звонил, говорит, гитар залетайте, да, говорит, да. Гитар залетайте, да, говорит, там. Этих ментов сушим, говорит, да, я говорю, хорошо, говорю. Завтра залетим, да, отцы. Да-да-да. Много там порядок навести. Завтра все будет, отцы. Урбан GTH не в городе, что ли? А это хоть там будет, как это... Сверхурочный не будет, что ли, как тренера? Что за толпа? Даже. Идем в ангар, залетаем сразу здесь. Эй, есть с той стороны, на крыше у нас человек есть. У нас на крыше? Да. Вот он. Поднимай. У меня опять у нас тройки используют. Эй, у меня человек, помогите, братья любимые. Хорош, молодчик. Эй, это имба оружие даже. Какое? Вот это тататах, который... Конченая шляпа. Эй, бомба оружие. Тахтару. Через полчаса поднимает оружие. Да сот. Отбегает сюда, раз. Аличива. Это что, имба на три оружие? Это бомба оружие, брат, я тебе говорю, она же... Дайте мне аптеку кто-нибудь. За забором внутри его убили вы? На, курбан аптека. Давай, брат. Хули ма, Аличива. Давай. Вон здесь за забором человек есть. На желтой метке нас выслеживает здесь. Дурачок, что? На него бегу. Я тоже. Ош! Ну Олег мы что ли? Это откуда? Как братуху? Чип довели сразу. Чипа нет. Как нету, брат. Это рейтинг же. А, рейтинг же это что? Как нету? Я тебе говорю. Вкусненький, да, вот тебе? Очень. Хата, хан. На балконе, да? Пошли уже, слева уже пошли. Коряки, лай! Там поднимаю себе вот. Так прям за мной станешь, я себе буду. Вон там, брат, далеко на балконе. Бежи. Не поднял, беги. Эй, куда они пропали? Ничего, мы рассечь, что ли? На рейте. Ой, как я целился. Жимангу! 20 человек осталось, прикали? По ногам снизу дал. Сзади заправки не стоит, она взрывается, брат. Когда стреляет по ней.
Знаешь, почему мало людей осуществляют? Потому что брат, здесь подним... не поднимают. Не, здесь она не запускается на 60 человек, это же рейтинг. Ну. Да не, это рейтинг, шляпа нет, Курбан? Да. Там мясо чисто, ай, уй, рубки, перестрелки, туда-сюда. Вот так сидеть, ждать, это что за конченая шляпа, нет, Курбан? Сотча. Алихма, да, Алихма, брат. Его мир же есть. Тебе же никто не говорит сидеть, брат. Ты кто-то говорил, давай посидим. Не говорил. А здесь поднимать же не вариант. Ладно, уже топ-1 эту возьму, Курбан, и обычный пойдем. Да-да-да. Ты что делать? Ну а как жарит, я тебе говорю, приколи, да? Да. У тебя аптеки закончились? Да. Не, одна еще есть. А, ты выжил. Делай аптеку, брат. Кривая балка. Курбан сегодня в азарте, мы сегодня будем жарить на туре. Жарить мы будем, когда мы уже в нашу стихию пойдем. Это же такая здесь. Отвечай, такая. Да ты скучная, брат. Да. Брат, это же по ABG, брат. Она тем и славилась, что всегда здесь все правдоподобно было. Славик. Славик. Это тема здесь оттуда пошла, с этого. Второй этаж, да, Алтай. Да, время нет еще, отцу. Есть, брат, сейчас его по кайфу время, пока она зайдет. Ты сколько бегал? Она еще не идет, что ли? Не, она-то идет, но она пока дойдет, посмотрит на что-то. Да, здесь лута тоже, походу, нету, жесть. А я же без скиллов буду их высушивать сейчас, в отцов. Да, есть там что-то. Здесь двухспальная кровать только есть. На шале там перестрелка идет, жесть. Да, вот дропнул, знаешь. Прям на голову скинула бы она мне его сейчас. Вот сейчас кинет. А, нет. А там, походу, последний склад рубится, нет? Да. Я их не высушиваю, что ли, Курбан? Это что за звук? Это едут, ты приколись, тебя раньше крутится. Не, он даже не знает обо мне. Это патруль. Прикинь? Ага, там смотри, ага. Ага, все, ты стрял. Да ты меня плохо знаешь, Курбан. Ты патруль прямо за нами. Бу! А ты что, не знал, что она ломается? Не, за слова отвечаю, я думал, она не поломается. Да, ломается, конечно. Ты знал, Курбан? Конечно, брат. Речки перезнал. Я думал, надо за камень уйдем. Обычно уйдем? Да, конечно, брат. Тот человек мясо, а у рубка вышел, это что такое рейтинг, ждать, пока каждый играет в натуре. Ты меня, говорю, плохо знаешь, да? Достаточно. Просто сегодня день доты сделали, так, в тупую. Нет, да, Курбан? Конечно, брат. Сразу начали, ты понял, раньше закончить мне, потому что утром надо натуре сказали. Да, зуб. А почему у Лахмы нормально, а у Лехмы так? Ну, у меня тоже надо так будет. Натуре сразу роту надо идти, по-моему, шляпа, да. Да, сегодня просто не день, а пабга, брат мой. Сейчас сразу залетаем аккуратно. Хорошо, что она буткэм дала, сейчас сразу здесь тоже закончится игра. Не, да, Курбан? Да. И Курбан начинает фармить. На гере сатаник, да? Да, слова отвечаю, на саппорте. Курбан уже жарит, что ли, кого-то? Работай туда, я сейчас. Только что? Братья, вы что делаете на Курбане? Где ты? У меня здесь он слева сразу будет, брат. За этой суетой... Хорошо, поднимаешь. Поднимай до талого, Курбан, высушим сейчас всех. Когда мы сушили. Холёный будет хлам. Хорошо. Где аптека? Ты брал, да, отсюда? Одну, да, взял, брат, врать не буду. Всё, чё, блин. А вот здесь большая. Он на туре, на него смейдай в этом углу. Уже всё исчез.
Олег, мы официанта отправили, чтобы окно открыл здесь у меня в комнате? Жарковато стало здесь. Эй, здесь хорошие вещи есть, братья, жесть у этого пацана. Есть, да. Приколи? Да, есть. Получишь, Олечма. Меня рашит? У меня еще здесь. Да. Помогите забраться. Он с базукой еще ли? Тебе уже ничего не поможет, брат. Ты далеко был же, брат. Ну ищи виноватых, брат мой, найди его в себе. Так, нам на ту сторону бежать надо, пацаны, вон они толпой. Надо ног дать. Хорошо, залетаем туда, Курбан? Да, они залетают, на ту. Ага. Арашушки пир. Арашушки пир. Арашушки пир. Ура, загрузка. Пули бегали до трипу. Кипиш-кипи работает. Кто моего брата Олехма там лезь? Высушил, скажи, да. Да, это вот эти два рака, вот для которых концы стреляли. А, вот это кто тогда стреляет? А в шалете это что за зажим шкипер бомбовый? Да, пинг, его еще лучше. Над вами издевается. Да, над тобой уже поиздевались, надо мне хотя бы только сейчас же. Изник, изник. Ну все, красавчик, да сейчас че. Высушу, молодец же. А над вами вот здесь один выжимает, две замочки. Эй, это официант что, Марасич, что ли? Он не может окно открыть? Ты слышишь, что он говорит, эй? Ты что, без наушника играешь, что ли? Или у него отдельный наушник есть? А я хорошо, ладно. Я-то хорошо уже есть, я-то хорошо. Ты чё, как вообще? Я же говорю хорошо. Да, а чё ты хотел ещё сказать, же? Я-то великолепный, а не хорошо, я здорово же есть. Ну вот я и говорю. Ну вот, от души чё ты тоже в натуре есть. Пока посиди, подожди, давай кому со шкипером отыграем. Это посиди, подожду. Ты-то посиди, посмотри. Эй, пускай окно закроет, я заболею сейчас. Олег, мам. Ой-ой-ой, сзади будет. Ты чё, ракоблок, жесть? Ты ракоблок, что ли, в натуре, жесть? Очки перезажим по-братски. Да-да-да-да, оставь альты в 4, давай про этот выходим. Да, на туре было хорошо, пацаны. Дожди. Вах, мы как обычно ног каются, жесть. Я вышел, братишка, я думал, ты меня в натуре, жесть, засейвлишь. А я думал, это он один, их двое было, оказывается. Да-да-да, вот это тоже я уже потом узнал, жесть, по ходу процесса. Он один, жесть. А вот теперь наша стихия, Малачевская.